Ого, это он меня не достанет. Ого. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Фисташка, Фулс, Димон, Форгет, Даня, какие-то странные пацаны и девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что у нас сегодня будет выживание сиреноголовы. Моя цель — дойти до ихней базы и взорвать бомбы, которая находится в бункере, не, в ангаре. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начать. Берите себе оружку, пока я не начал к вам идти. Можете брать танки, всякие разные, технику тяжелую, и по мне гасить с танков даже. Так что давайте, ребята, на вас вся надежда. Человечество в ваших руках. Если я взорву, короче, ту бомбу, все люди на планете умрут. И вы тоже. Нет, кроме вас. Это угроза человечеству. Все, я иду. Взял быстрого, конечно. Но потихоньку буду идти, у него жизни очень мало. Видите меня? О, я вижу, техника пошла. Ребята, это первый разминочный раунд. Хочу посмотреть, что с этого получится. Очень прикольно. Как типа новый режим. А главное что? Надо этот, в боки, да, уходить? Это самая главная фишка. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Давайте сделаем 10 миллионов подписчиков. Это совсем мало. 9 лямов осталось. Так, я приближаюсь. Вот мне интересно, я смогу ли я танки фигачить? О, убил, убил чувака. Ой-ой-ой, пошел, бомба вон. Я приближаюсь. О, вы меня убили. Кстати, я появляюсь на том же месте, где я вселился. Мне это нравится. Так, хорошо. А я что нажал? Игнорировать игроков, да? А вот так, сейчас попробуем. Давайте теперь возьмем немножко медленнее. Это было читерски очень. И искусственный интеллект мы включим. Стоп саунд. Все, сиреноголовый оригинальный выдвинулся. С шифтом буду идти, чтобы было быстрее. Я вижу, они там что-то делают. Бомбу... А, Фисташка, ты бомбу что взяла? Лавовую? Да, лавовая бомба. Получается, всему человечеству конец будет. Блин, ну какой-то рахит. Четко по мне попадает. Надо вот так вот петлять. В одну сторону. Не попадает, не попадает. Четко. Все мимо, все мимо. Красота, я приближаюсь. Здесь что там, пулеметчик пьяный или что? Снимай его с башни. Косит он у тебя. Я им сейчас дуло согну. Нормально, О, ты на горе стоят. Ты чё, самоубийца, что ли? Ты чё, меня сбил? Ты сбил сиреноголового посрачем? На картинке нарисовано. Нельзя посрачи делать сиреноголовому. Блин, а кого же взять? О, у нас есть 100... Это что, новый сиреноголовый? Какой-то. Ну да, это другой. Ребята, новый сиреноголовый. Ну, чё вы мне раньше не говорили? Я бы его раньше записал. А вот теперь я буду по-другому идти, не буду в лоб. Да, Фисташка, говори. А чем ты на аниматроника похож по ходьбе? Да, взяли, скопировали. Плохо, что я не прыгаю, было бы очень хорошо. А, в горке он не идет. Будем обходить... А, я ж там нигде не поднимусь. Придется вот так идти. Слышь, засунь свой танк в жопу. Если влезет. Ого, там что-то летит, нормально. Я надеюсь, что в этой серии я точно взорву. Но я могу на крайняк очень наглую прям пройти. Так, я уже ближе, я уже ближе. Давай, 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 давай. Есть, вон бомба, я приближаюсь. Эй, я не прохожу, я еле тут иду. Я приближаюсь к цели, как в фильме, знаете? Фэ нажму, а нет, первого лица я вижу крышу. Приближаемся к бомбе. Защита, смотри, стала своим телом. Защищает планету. Планета в угрозе. Блин, я уже хотел нажимать этот урон наносить. Замочили, да? Хорошо, давайте будем все-таки брать пилпаки, потому что управление как через одно место. Но у меня жизни много. О, давайте катапсов будем брать. Кстати, вы знаете, что если вот этот катапса взять, он если ударяет,
удар рукой, то он откидывает предметы очень далеко. Быстрее. Кстати, очень большой шанс у меня сейчас выиграть вас. Очень большой. Я уже маленький, по мне тяжело попасть. Ни разу не попал. 5000 жизней, как было, так и есть. А ты косой. Ваши запчасти все повылетали. Бобу, да, взорвали? Не, нормально, кстати. Нормально, ставь фисташка еще раз. Раунд вы проиграли. Получается, человечество убило самого себя. Я даже ничего не делал. Это так нечестно. У нас тут косанул челик. Нормально, нормально. Ставь еще одну бомбу. Готово. Готово? Все, Данька, давай, если ты сейчас накосячишь. Ты так уже накосячил. Взял, убил все человечество на планете. Все, давайте, у меня 4711 жизни, я выступаю. Слышу, слышу, пули свистят. Ну их не видно, да? А, не, видно, видно пули. Ой, это было под жопу. Все, будем вот так идти. Сдалека заступать. Слышу базука. Ого, ты дурак что ли? Ой, я по-хитрому сделаю, когда будет базука приближаться. Я уклонился, ле-ле-ле-ле. Воу, красиво, видели, ребята? Точно лайка заслуживает. Я иду, я иду, я иду. Где бомба? Короче, давайте бомбу я сейчас поставлю. Вы бомбу слабую ставите. Сейчас поставлю бомбу, если она, короче, взорвется, у вас, скорее всего, вылетит Гаррис Мод. Поняли, как вас ждет? Я ставлю, короче, бомбу вулканическую. Если она сейчас взорвется... Стой, не надо ничего делать. Я сам ее поставлю, ты ее не переноси. Все, не надо ее носить, она взорвется. Вы готовы? Да. Какого брать, большого или маленького? Короче, смотрите, у меня 3000 жизней. 3400. Все, давайте. Опять пошел. Потихоньку. Так, смотрим. Тактически будем выступать. От первого лица не работает у него? А, это же шпилпак. Я уже выхватил. Ребята, вы думаете, я дурачок? Надо перепрыгивать ваши базуки. Вот так вот, видишь? Красиво, красиво, красиво. Бежим, 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 бежим. Ха-ха, я уже тут. У вас такие возможности, столько у вас мощи, если вы не можете вынести 3000 жизней. Я, наверное, просто очень быстро перемещаюсь. Я еще вам даю время, чтобы у вас было шанс меня убить. Если нет, я взрываю тогда... вулканическую бомбу, и вся карта просто уничтожается полностью. Давайте медленным шагом даже буду идти, вот так, как обосрался. Я приближаюсь. Ого, зажали! Эй, я не могу идти вперед! Сейчас бомбу взорвете сами. Ладно, хотел по-хорошему. Улетаем. Просто смотрим, что с их базой будет. Она вся уничтожена. Вся карта уничтожается. Цепная реакция, ребята. Прощайте. Все умерут. Я живой. 100 жизней осталось. Ну и что, как вам? Давайте поярче бомбу вам сделаем. Бомба конченая, давай. На самом деле. Давайте сделаю такую бомбу. А, какую же бомбу вам сделать? Очищая карту. Я вам сделаю настолько мощную. У нас есть бомба, которая взрывается... Сейчас я ее найду. 6 раз. 6 ядерных взрывов. Хо-хо, кабака такой звук. Все, ребята, я выдвигаюсь к вам. А, давайте открою калитку. Или пусть закрыто будет. Открой. Смотрите, ее не взорвите.
Ёкаламане, вот это мой. Все, я отсюда буду идти сейчас. Сейчас возьму медленного сиреноголового, но это будет решающий раунд, и у меня будет 500 000 жизней. Читерски звучит. А может не надо? Ну давайте тогда не 500 000 жизней, а сколько у меня будет? Тогда будет не 500 000, а 500 000, да? Все, я выдвинулся. Можете гасить со всех... Можете монетки. А, ну ладно, блин, да я знаю, что читерски очень. Хорошо, давайте тогда возьмем жизни меньше. Но я маленький буду. Пять тысяч жизней. Погнал. Две базуки сразу. Но они не умеют ими пользоваться. Вы базуки задом наперед держите, пацаны. А чего вы не стреляете в меня? Вы под ноги, да, хотите попасть? На пролом идем. Без страха умереть. Дробаши идут в ход. Пригвоздитель, который не попадает. Кстати, пригвоздитель меня пригвоздил. Молодец. У вас есть время. А, я прыгать не могу. Не удалась. Не удалась. Попытка у меня. Уго, плотина здесь. Так. Сейчас ждите. Идет, короче, сейчас будет босс идти. У нас же, знаете, кто еще есть? Смотрите. У нас есть... Робот. Пошел. Я, кстати, могу отсюда в бомбу стрельнуть, и все, и на этом закончится игра. Не, промах. А, не долетает бомба. А, не, долетают выстрелы. Я иду на пролом. Косой. Плохо базуку нельзя в воздухе снять. На, понюхай. Я успею уклониться, пока она долетит. Красивая шаровая молния, эффект очень красивый. Но беспонтовый. А чё я не могу двигаться? Вы меня чё, пригвоздили? Ого, у меня гвоздей было. Как будто, я не знаю, теплица что ли какая-то. Эй, размагничивайся. Лечу. О, я могу вот здесь ходить? Давайте проверим. О, короче, я с плотины вышел. С воды. Сейчас бах и жизнь кончит. Это будет цирк. А не, нормально, 10 кп. Вот это будет мега взрыв, если сейчас она взорвется. Нет. А вот так вот. Ого. Лечу. Ну что, вы готовы? Я сейчас красоту сделаю. Сейчас будет очень мощный робот идти. Очень мощный. Сейчас я улечу подальше. Чтобы у вас было время меня убить. Так, я отсюда вижу. Так, сейчас, секундочку. Так. У меня одно оружие, я его сейчас найду. Если я не отписался. Эй! Вот. Сейчас. Ого, да он меня не достанет. Ого. Ого, она сейчас взрывается и взрывается. Ух ты. И еще раз. Все вроде бы. Война. Какая война? Я тебе четко все сделал, ну? Это война. Что, вы хотите еще со мной повоевать просто? ПВП?
Давайте, ПВП, я беру пилпак. Решающая битва без бомбы. Кто кого? Человечество или сиреноголовое? Дайте рахита какого-то возьму. Жопа скользящего. Погнали. Кто? Подожди. Йо. Надо подключать. Аня, включено все. Эй, я что, не дамажу никого? Да, ребят, вы полмиллиона будете так долго выносить. Ой, я вам сейчас сделаю западло. О, хорошо на жопе скользит по горам. Так, так, так. Короче, сиреноголовы выиграли. Люди проиграли. Е, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!